Моя судьба была предрешена, признается российский биатлонист Николай Круглов. Родился в семье профессиональных спортсменов. Отец с детства прививал Николаю любовь к лыжам. У меня было хобби. Действительно, хобби – это лыжи. И там никакой речи о тренировках на тот момент не шло. Мы просто, у нас была такая практика, мы с отцом в зимний период времени, каждые выходные ездили кататься на лыжах, просто гулять. И мне это безгранично нравилось. Вскоре обычное увлечение переросло в смысл жизни. О своих неудачах и успехах в спорте Николай рассказал во время встречи в библиотеке номер 1, став гостем проекта «22 вопроса к». Мы стараемся открыть человека не только как профессионала, да, но и как человека. Рассказать о жизни, о его судьбе, о его восхождениях, о его профессии, познакомить детей с профессией, да, вот как раз-таки через личность. Цель проекта – познакомить одинцовских школьников с выдающимися жителями округа. Это уже третья встреча. Каждый гость рассказывает о новой профессии. Тема спорта оказалась близка многим школьникам. Очень интересная личность. Немногих спортсменов я знаю, которые добились таких успехов и довольно образованные. Девятиклассники активно включились в беседу, задавали чемпиону самые разные вопросы о трудностях в профессии, о роли семьи и, конечно, об участии в Олимпийских играх. Эмилия Аркелян, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».